Все, смотри. Примерно так и было 2 дня. Ну это просто электрик, да. Сейчас. Что же мы будем показать? Ну да, но это еще день, как минимум. Сейчас я покажу именно флюксус. О, my flexus, where are you? О, my flexus, where are you? Да, это сетки, модернизм, сетки. Сейчас эпилептический момент, что сейчас. Не отрывайте от меня. Не моргай. Вот. Вот это флюксус. Это именные карты флюксус. Вот эта карта Йоко Оно. Видите? Йоко Оно. Вот. То есть, в принципе, Йорс Макунас, он вот делал такие фляки, это самое. Я своим студентам тоже, да, для того, чтобы позабавиться, говорю, ребята, сделайте себе user pick нормальный, типографический. Возьмите свое имя, придумайте, возьмите шрифт, который соответствует вашему образу, и сделайте типографическую композицию из букв своего имени. Это будет очень прикольно. Решение некоторых букв. В дальнейшем он от этого решения отказался. Вот он, Каби Рудольфа Коха. В кириллице Каби Рудольфа Коха присутствует в фирме АТС. Версия фирмы АТС. Фирма АТС выпускала свои шрифты в соответствии с неким не совсем хорошим принципом. Они считали, что строчные должны быть большого размера. Поэтому в оригинальном кабеле строчные маленького размера, как и полагается гуманистическим шрифтам. Как в футуре строчные достаточно маленького размера с большими выносными. То есть там классическая пропорция. В оригинальном кофе. В кабеле фирмы АТС строчные увеличенного размера. Но в принципе это вот такой вот сайт. Нет, ты сейчас говоришь про какие-то латинские варианты. А среднелековые. Я имею в виду решение некоторых букв. Вот, например, вот такая буква У. Это средневековая буква У. В дальнейшем буква У стала обычной. А, я имею в виду вот эту вот. Да. То есть некоторые решения он взял из средневекового прописания. На следующем слайде это буква У сохранилась. Нет. А, на этом да. Это кабель оригинальный, не АТС-овский. В АТС-овском кабеле этого нет. Вот. И опять-таки мы можем от этого шрифта очень разноширинного уйти в сторону шрифтов арт-деко. Опять-таки, шрифты арт-деко, в прежнюю очередь, это геометрические шрифты, но геометрические шрифты с усиленными различными такими художественными качествами, такими как разноширинность. Например, шрифт радио. Это шрифт Richard & Gans. В принципе, это тоже подобие некой кабеля, но при этом очень-очень художественный. У него даже немножечко приподнята или приопущена, потом, видите, в букве Е, приопущена талия. Вот. Но, в принципе, это очень разноширинный геометрический гротеск. Почему мы в том случае разноширинность считываем как гуманистическое? Это тоже разноширинность. Что? Дело в том, что гуманистическая разноширенность получается вследствие формальной геометрии. Если мы будем делать буквы, не задумываясь, они будут геометрическими. Ну, если ты рисуешь букву О, не задумываясь, ты рисуешь кружочек. Если ты рисуешь букву В, W и букву N, не задумываясь, углы линии у нас будут примерно одинаковые. То есть вследствие формальной геометрии дает неожиданную максимальную гуманистическую динамику ширины. Не совсем. У кабеля гуманистичность, она еще в срезах. Посмотри, видишь? То есть вот такие вот гуманистические косые срезы. То есть как некий такой расстановка пера. Понимаешь? То есть вот так. Это же стилизация. Да, это подгуманизм. Это стилизация подгуманизма. Но все... Он геометрический. Он геометрический. Он абсолютно геометрический. Это что сделал? Понимаешь? То есть это геометрический гротеск. Это геометрический гротеск с гуманизмами. Он не может относиться к гуманистическому, потому что он не открытый. Он не может относиться к гуманистическому, потому что формально все-таки это кружок. Это сделано с помощью циркуля формально. Просто он настолько как бы до этого делал всякие гуманистические шрифты, что он не мог удержать свои как бы, гуманизму и сделал срезы, сделал то-то, то-то, то-то. Но это геометрический, динамический, очень разноширинный шрифт. Но
очень важно понимать, что есть понятие динамический и понятие гуманистический. Да, разные вещи. Да, да. То есть я вам все время говорил об этом, что динамический и гуманистический – это разные вещи. Когда мы говорим динамический, мы говорим о разбросе показателей. Динамика ширин, разные ширины. Динамика овалов, то есть разные овалы. Шрифт гуманистический, он тоже динамический. Но при этом, как я вам показывал шрифты до этого, новые гуманистические шрифты, видели, они менее динамические, чем старые. Потому что в них меньше динамики шрифта. Понимаете? Да, это понятно. Я его назвал геометрическим, с гуманистическими решениями. Понимаете? Это особенный шрифт, и я его очень люблю. Это один из моих любимых шрифтов для акциденции. Это очень живой шрифт в наборе. Когда вы набираете что-то этим шрифтом, у вас получается огереть. Вот. Ар-деко. Давайте немножко поговорим про ар-деко. Сам термин ар-деко появился в 60-е годы. Этот термин принадлежит Бивису Хиллеру, который как раз вот он, Бивис Хиллер, издал книжку, которую назвал ар-деко. Злые языки говорят, что он придумал этот термин для того, чтобы продавать мебель той эпохи, потому что он был продавцом мебели. Бивис Хиллер взял все, что происходило в декоративном искусстве 30-х, 20-х, 40-х годов и обозначил это все одним термином ар-деко. В принципе, в то время в искусстве происходило очень много вещей. В принципе, это был такой чрезмерно развитый модерн, плюс современное стремление к геометрии. Потому что в 20-30-е годы одним из таких основных направлений искусства был модернизм геометрический, понимаете, да? Шрифты ар-деко – это геометрические, очень веселые такие шрифты. То есть, в принципе, вот мы видим шрифт, вот этот Морриса Фьюлера Бентона, называется «Бродвей». В Америке в 30-е годы был такой стиль, который в то время назывался стиль «джаз». Еще его называли стилем «три полоски». Знаете, вот «Адидас» – «три полоски». Если вы приходите на станцию метро «Маяковская» в Москве и видите вот это вот железные бордюры с тремя полосками, это наследие 30-х годов, понимаете? Вот это вот шрифт 30-х годов, который называется «Бродвей». То есть мы видим, в принципе, геометрический шрифт, но при этом вот такие решения, как контраст, вот такая поднятая середина, то есть все эти украшательства, они... как бы это просто художественные некие качества шрифта, видите? То есть вот это ар-декошный шрифт. А само, как и термин ар-деко появился в 60-е, то и шрифты, в основном те, которые мы сейчас относим именно к периоду ар-деко, они появились после войны. Вот, например, это каталог это той же фирмы ATS, вот этих вот так называемых деко types. То есть мы видим шрифт типа Йозефа Альбертса, видим вот этот вот Бродвей, вот он Бродвей, и видим вот такие вот интересные вот такие вот шрифты типа модерн, но в принципе с геометрическими решениями, видите? Это вот оригинальный шрифт 31 года, называется Капитоль. Он вам ничего не напоминает? Совершенно верно. То есть, понимаете, то есть Гэтсби как раз вот именно в плане художественных всех вещей он был очень правильно выбран в ар-деко. У меня есть ар-декошный шрифт, называется Пуаре. Пуаре это был художник моды, такой тонкий шрифт, очень разноширинный, что-то среднее между кабелем и футурой. Бесплатный шрифт, можете скачать. Пуаре. Можно сейчас следующий слайд? Да. Вот. То есть, в принципе, это геометрический шрифт, в котором сделан вот такой геометрический контраст. Понимаете? Вот. В дальнейшем ар-декошные шрифты, как бы совершенно вот очень интересный шрифт, фигура, геометрия. Это принцип Йозефа Альбертса, в который с помощью вот таких примитивов можно получить очень интересные шрифты. Один из самых известных ар-декошных шрифтов это Бифур Кассандра. Все знают, кто такой Кассандра, да? Не знаете, кто такой Кассандра? Нет. Кассандра это один из величайших плакатистов эпохи ар-деко. Когда говорят о плакатах Кассандры, говорят, это получилось, когда кубизм встретился с Airbrush. Кубизм плюс Airbrush. Кассандра занимался шрифтотворчеством. У него есть два замечательных шрифта. Один шрифт называется Бифур, вот этот вот шрифт. Второй называется Пиньо. Пиньо – это гуманистический рубленый шрифт с геометрическими мотивами. Пиньо. Бифур –
Изначально был задуман как шрифт, который двухцветный. Его можно было печатать двумя цветами, можно было печатать вот так вот один цвет. Видите? Вот такой вот набор графических примитивов в дальнейшем модернизме очень-очень сильно как бы эксплуатировался. Вот. Как мы видим, набор этого шрифта, он тоже выглядит очень монументально. Видите? То есть динамика ширин, она в первую очередь дает такую монументальность набору. Этот шрифт вызвал кучу подражаний. Это вот, например, шрифт Nell Before Younger. А этот шрифт мне прислали французы, спросили, что я думаю о нем, кто автор, они у себя во Франции. У меня есть Петр Габор, знаешь, да, его? Знаете, Петр Габор, это такой очень известный человек во Франции, по шрифтам, вот, тоже мой знакомый в Фейсбуке. Он мне прислал этот шрифт, спросил, что я думаю, кто автор. Я сказал, что, скорее всего, тот же Янгер, то есть очень похоже. Но мы видим здесь совершенно такие отлипошные геометрические решения шрифта. Вот. А к 30-20 годам геометрические гротески как раз и разделились на два типа. Геометрические гротески разноширинные, акцидентные. Это очень хорошо видно по двум шрифтам компании Штемпель. Первый шрифт, который выпустил Штемпель, назывался Elegant Grotesque. Это был акцидентный шрифт с максимальной динамикой ширин. Сравните О и Е. Видите? Вот он, Elegant Grotesque того времени. То есть тут есть вот такие странные решения. Видите? То есть это геометрический акцидентный шрифт. И в то же время, в том же году, Штемпель выпускает еще новый гротеск. Nice гротеск. То есть это геометрический гротеск, но более спокойный. Геометрический гротеск для текста. Вот он, видите? Вот он более равноширинен, с менее такими решениями характерными, но в то же время все равно разница ширин. Сравните S и O. Видите, какая динамика ширин? Когда мы говорим про геометрические гротески, нужно обязательно вспомнить гротеск 60-х годов. Это геометрический закрытый гротеск авангард-готик. Вообще история авангард-готика – это замечательная история. Кто такой Герб Любалин, я думаю, вы все знаете, да? Герб Любалин работал на пару с таким человеком, которого звали Ральф Гинзбург. Ральф Гинзбург, он был продюсером и издателем большинства любалинских журналов. Чтобы охарактеризовать Ральфа Гинзбурга, нужно сказать, что этот человек после того, как он закончил журнальный бизнес, он занялся порноиндустрией, и он выпустил знаменитый фильм «Глубокая глотка». В 70-х годах это культовый порнофильм, который просто сейчас считается уже неким произведением как бы вот, культурного, как бы это самое. Вот. Ральф Гинзбург сидел, на него подали в суд пару раз за оскорбление личности. Он был чрезвычайно эпатажным человеком. Самый первый журнал, который выпускали Ральф Гинзбург на пару с Гербом Любалиным, назывался «Эрос». Это был журнал порнографии с великолепной типографикой Герба Любалина с потрясающим логотипом. Потом Герб Любалин и Ральф Гинзбург решили заняться политикой и начали выпускать журнал «Факт». Этот журнал чрезвычайно интересен тем, что они применили на обложке очень интересный нестандартный ход. У них все обложки этого журнала «Факт» были типографические. Они брали какое-то чрезвычайно провокативное заявление и великолепной типографикой писали эту фразу на обложке. «Королева Англии по утрам трахается со своим дворецким. Контактные линзы приводят к раку глаз. Факт. Контактные линзы приводят к раку глаз. Факт. Потрясающая, великолепная типографика. У меня в Фейсбуке есть альбом, который называется «The Best of Facts» Герб Любалин. Там выложены лучшие обложки вот этого журнала «Факт». Очень советую посмотреть. И, наконец, они решили заняться искусством и выпустить журнал «Авангард». Естественно, как все произведения Ральфа Гинзбурга, чрезвычайно провокативное издание. Квадратные формы, соответствующими обложками и замечательным леттерингом а-ля арт-деко Герба Любалина. 70-е, 60-е годы. Мода на ар-нуво и арт-деко возвращается. Помните, 60-е годы все вот эти вот дутые а-ля Берцин 30-х ар-нувошные плакаты. И вот он арт-деко. И на этом же журнале тоже продолжается вот эта история летристских обложек. То есть обложек типографических. Но при этом это такой вот очень
леттеринг геометрический, понимаете, леттеринг ардекошный в своей сути, с очень многими лигатурами и вот с таким плотным составлением букв, который Герб Любалин назвал сексуальный керник. Это его термин. То есть плотное вот такое сопоставление. Сейчас современные логотипы, вспомните, очень любят такие буквы слеплять. Вот еще одна такая заблудка. Вот. Авангард. Вот тут вот такой леттеринг. Геометрический шрифт. Наконец, когда Герб Любалин и Том Корнезе организуют фирму ATS, да-да, это их фирма, первый шрифт, который они выпускают на этой фирме, они называют «Авангард Готик». Это вот как раз рубленый шрифт. В принципе, этот шрифт геометрический закрытый гротеск. Видите? Он полностью закрыт. В нем есть очень большая динамика ширин SO. Сравните. Но при этом буквы некоторые достаточно странные, то есть эта динамика ширин не гуманистическая, а как раз вот здесь вот мы можем говорить о геометрической динамике, видите? То есть здесь динамика ширин, потому что два кружочка, либо один кружочек. А вот, например, буква P и буква R, у них наплыв не полукруг, как в кабеле, а чуть-чуть вытянуто, видите? То есть чуть-чуть выровнено. Буква N узкая, буква N достаточно вот такая прямая, хотя и широкая. То есть это, в принципе, очень странный шрифт. Этот шрифт явно динамический по ширинам, хоть и не гуманистический. И он явно геометрический. Вот этот шрифт как раз классический пример геометрических закрытых гротесков. Понимаете? То есть геометрические полузакрытые, журнальные рубленые, футура, несмотря на S. Геометрические открытые, это метро, геометрия. Геометрические закрытые, авангард. Сразу же он выходит с огромным количеством лигатур, то есть вот таким вот, наверное, букв. Когда авангард кириллизовали, в нем было лигатур меньше, чем в латинском, потом сейчас выпущена в прототип новая версия авангарда, в котором очень много вот таких вот лигатур. Это страница, разворот из журнала UNC. Это журнал, который издавал фирма ATS для промоушена своих шрифтов, для продвижения. Они там набирали. Этот журнал целиком в хорошем разрешении выложен в архивах. Вы можете найти UNDLS в сети. Вот этот журнал набирался разными шрифтами фирмы ATS и писался про типографику, нормальные, очень интересные статьи, всякие про художество и так далее. Здесь на этом развороте он показывает, как нужно работать с этим шрифтом, все возможности лигатур. И здесь очень интересно. Если вы посмотрите, в прописных это работает, а в строчных не очень. Не факт. Видите? Потому что прописные – это буквы, которые стоят отдельно. Их можно поставить слева, справа, сверху, внизу, будет нормально. Строчные – это буквы, которые появились в строчку. Понимаете? У них задача стоять в строчку. Если вы начинаете убирать их из строчки, они становятся очень странными. В 1970-30 году выходит потрясающая серия рекламной кампании для Audi Fox. Они обыграли вот эту Audi Fox, Quick Brown Fox, Jumping Lazy Dog. И тут он показывает вот все преимущества этого геометрического гротеска. Я вам показываю несколько разворотов из этой рекламной кампании. У меня в Фейсбуке в альбоме выложены все плакаты. Там, по-моему, 15 плакатов. Очень советую зайти посмотреть. У меня там же, кстати, есть Фейсбук. В Фейсбуке есть альбом, который посвящен авангард готик. И там есть несколько обложек вот именно вот в этом стиле. То есть этот шрифт для вот таких вот шрифтовых замесов, лигатур идеально подходит. Геометрический гротеск. И, как я говорю, появляются геометрические брусковые. То есть, если мы знаем статические брусковые, мы можем сказать гуманистические брусковые, например, Unit Slab. Это тоже в FF шпикермановский шрифт. Вот, то мы видим здесь геометрические брусковые. Причем здесь он называется Memphis, потому что в то время все брусковые называли египетские. Понимаете? Или вот, вот он, Мемфис. То есть, в принципе, мы видим здесь кружочек, геометрия, динамика, ширин. Видите? Вот. Далее, 1930 года. Или, например, Каир. То есть, тут решение совсем уже типа Баухаус. Видите, как это буква А. Это вот геометрический брусковый. У нас в кириллице есть один геометрический брусковый, называется он Geometric Slab Serif, в оригинале он называется Rockwell. Кстати, есть отличная статья про этот шрифт вот в книжке Ефимова.
Это вот как раз тот самый геометрический брусковый. То есть, если мы сравним Москву и Рендона, мы сразу увидим разницу в чем? Динамика ширин. Понимаете? Это динамика ширин, важнейший показатель для шрифта. Будете делать шрифт, первым делом задумайте, какой динамический, статический. Это как очень важно. Это как шарлам? Нет, это геометрический, это как футура с засечками. Шотландка с засечками – это египетский, не контрастный. А это именно динамический, геометрический, понимаешь? То есть, если изначально понималось, что рубленые шрифты – это брусковые, у которых упали засечки, то сейчас мы понимаем скорее брусковые, как гротески с засечками, понимаешь? То есть, у нас есть динамические гротески, есть динамические брусковые. Геометрические гротески – геометрические брусковые. Гуманистические гротески – гуманистические брусковые. Вот такого типа. Окей. Итак, геометрические шрифты дали нам динамические шрифты. А теперь мы поговорим о геометрических статических шрифтах. То есть изначально, помните, самые первые шрифты Йоста Шмидта, Баухаус, они были чрезвычайно ровноширинными, а некоторые даже моноширинными. В 1927 году немецкому институту стандартов, который аббревиатура Deutsch Institut Normalization или что-то такого, в сокращении DIN. Заказывается шрифт для дорожных указателей и для номерных знаков машин. И появляется гарнитура, которая называется DIN. В принципе, до данного момента, до последних нескольких лет, эту гарнитуру не выделяли в отдельный класс. Считалось, что это типа статический шрифт, вроде узкой гельветики. Но если присмотреться к нему, этот шрифт тоже плод максимальной геометрии. Это шрифт, сделанный с помощью циркуля и линейки, очень точно просчитанный, но при этом очень равноширинный, очень статический. Понимаете? Вот он, DIN. Недавно, несколько лет назад, ГНР Багдасарян выпустил шрифт, первый свой шрифт коммерческий, который назывался Brutal. Brutal – это DIN. Понимаете? Недавно фирма Apple перешла с гельветики на шрифт Сан-Франциско. И в Фейсбуке было обсуждение, считать ли Сан-Франциско дином или нет. То есть некоторые доказывали, что Сан-Франциско не дин, потому что он недостаточно брутальный, грубый, геометричный. Что это просто узкая версия гельветики. Нет, его же называют нарицательной динетика. Я-то считаю его дином, и у меня есть аргументы. Некоторые не соглашаются, но вот это обсуждение, оно показывает, что класс динов, он еще не оформился. То есть народ уже начинает понимать, что дины – это некий отдельный шрифт, который стоит того, чтобы выделить его в отдельный класс. Делаются шрифты специально под него, типа Брутал, Парашютовский дин и так далее. Вот. То есть, в принципе, равноширинный, но опять-таки плод геометрии, видите? Просто не кружочек, а два кружочка. Вообще, сами дины, они имеют потомство. Это вот оригинальный дин 27-го года, дин 1451, видите, который был сделан. Вот. А это шрифт прусских железнодорожных линий 1905 года. Тоже очень равноширинный, сделанный по сетке шрифт. Видите? То есть, в принципе, такой тип шрифта еще до дина имел хождение. В 30-е годы появляется еще один тип шрифта, который явно стоит того, чтобы его положили в отдельное лукошко. Его называют square sans, то есть оквадраченный sans, понимаете? А первые шрифты такого типа – это шрифты Ban Gothic, и была еще узкая версия этого шрифта, которая называется agency gothic. Я сейчас, когда делал шрифт для Match TV, я в первую очередь смотрел на эти шрифты. Match TV в узких вариациях похож на agency gothic, в широких вариациях это, скорее всего, банготик. А Джордж Трамп выпускает брусковую версию этого шрифта, видите? Тут еще очень характерная деталь для шрифтов подобных 30-х годов. Они снаружи квадратные, снаружи с круглыми, а внутри квадратные, видите? Вот. В принципе, можно уже от этих шрифтов протянуть линеечку к так называемым палочным шрифтам. Родченко, т.д. Конструктивистские шрифты, сейчас это не наша тема. Но с другой стороны, эти шрифты дают выхлоп в 60-х. Да, до того, как у меня выхлоп в 60-х, хочу вам показать одну штуку, которую лично обнаружил в каталоге.
1884 год шрифт названный геометрический. Вот видите, то есть уже тогда в каталогах 1984 года можно было найти подобные шрифты геометрические, очень забавно. Вот. В 60-х годах появляется два шрифта итальянца Альдо Наварезе. Самый первый шрифт называется микрограмма, он сейчас существует в кириллице, это шрифт только маюсклами, в нем нет строчных. А в дальнейшем он развивает и выпускает шрифт, который называется евростиль. Это очень характерный, узнаваемый шрифт. Вот он, видите, равноширинный, очень сильно оквадраченный. На самом деле, если бы я как бы вот занимался классификацией, от меня она зависела, я бы неогротесками, новыми гротесками назвал бы этот шрифт. Потому что это дальнейшая эволюция принципов гельветики. Гельветика, в отличие от Франклин Готик, более равноширинна, более закрыта, более оквадрачена. Если мы будем идти дальше по равноширинности, закрытости и оквадраченности, мы придем к вот этой форме. Понимаете? Вот, евростиль. Евростиль у нас существует в кириллице во многих вариантах. У нас есть евростиль, у нас есть Европа, у нас есть евро, у нас есть дофига. Это шрифт терминатора, это шрифт пивасика, это шрифт мужской. Брутальный мужской шрифт. И в 60-х годах появляется еще открытый Е. Версии этого шрифта. Причем очень забавно. Вот здесь два шрифта. Верхний шрифт относится к статическим геометрическим, а нижний шрифт многие посчитают гуманистическим. Потому что на открытый я бы этот шрифт не назвал гуманистическим. Это Neo Sans, который фирменный шрифт Intel. А наверху это магистрал Андрея Крюкова 60-х годов, который был изначально сделан по заказу российских железных дорог. Но потом в дальнейшем мы не стали использовать. То есть в принципе это суперэллиптичный шрифт, понимаете, оквадраченный. Оба шрифта очень равноширинные. Вот. В нижнем шрифте есть какие-то гуманизмы, ну, в принципе, опять-таки, различие между ними маленькое, но верхний шрифт почему-то в паратайпе написан как геометрический и статический, а нижний шрифт обозвали гуманистическим. Видите? Что? Есть, то есть опять-таки, в принципе, какой аргумент есть. Нижний он более такой, как бы вот, вот с этими вещами, он менее формально-геометрический. Да. Но это вот оба шрифта открытые, которые как бы вот пришли вот из этой серии равноширинных, статических, открытых, оквадраченных шрифтов. Идея открытого вот такого равноширинного шрифта еще можно заметить в шрифте 1902 года. Это неправильно, я написал, это не герой, это Гермес Гротеск. Гермес Гротеск в оригинале называется Блок. Это шрифт автора вот этого шрифта. Герой, действительно, понимаете? То есть и тот, и другой шрифт – это арнувошные шрифты. И засечки он потерял именно потому, что хотели их замылить. Замылили для того, чтобы они пропали. Но этот шрифт – это любимый шрифт Лисицкого. То есть большая часть типографических вещей Лисицкого набрана шрифтом, который в оригинале, вот он, называется Блок. Вот. Если вы посмотрите, например, журнал «Мерц» Курта Швитерса после того, как в Ганновер приехал Лисицкий, то все обложки «Мерца» в основном набраны блоком. Очень многие леттеринги Лисицкого набраны вот этим шрифтом. Хотя, несмотря на то, что сам шрифт, по сути, шрифт арнувошный. Понимаете? Хорошо. Теперь в конце, чтобы окончательно вам запутать... Это же еще Гермес. Гермес Гротеск, да, но в оригинале он блок называется. Гермес Гротеск. Ну, кириллица он... Гермес Гротеск. Вот. Наконец, чтобы окончательно вас запутать, я вам сейчас покажу шрифт, который называется Гротеск с засечками. Это шрифт Куперблейд. Видите, что это Гротеск? Сомнений в том, что Гротеск нет, да? Но вы видите маленькие засечки. Почему Гротеск? Потому что нет контраста. Видите? А сейчас я вам покажу антикву без засечек. В российской традиции их называют ленточная антиква, а еще их могут назвать гуманистический рубленый. Одна из знаменитых ленточных антикв – это шрифт Соломона Теллингатора. У вас есть книжка Теллингатора, на обложке это шрифт, очень гуманистический шрифт. Еще в латинских классификациях это шрифт могут назвать stretched sans, то есть растянутый sans, а еще его могут назвать глифик. Не знаю почему, но вот такой как бы тип глифик, это относится вот к таким вот более-менее средневековым формам. Недавно автор шрифта Swift, Джерард Уингер,
выпустил шрифт, который называется Алверат. Это шрифт с кириллицей. С кириллицей достаточно неплохой, тоже относится к этой теме. Наверху мы видим шрифт Альбертус, который в кириллице известен как SPSL Old King, старый король. А внизу мы видим шрифт Оптима. Причем я вам специально показываю Оптиму толстую, чтобы вы к ней присмотрелись и поняли очень интересную вещь. Оптима – это гельветика среди гуманистических рублёнок. У нее абсолютно прямой контраст, максимально гуманистическая динамика ширин и очень глиптальные решения в наплывах. Видите? То есть это такой очень такой интересный странный шрифт. Но его относят именно к ленточной антике, гуманистические рублёнки. Поняли, да? Итак, пройдемся с самого начала. Смотри, шотландский тип. А вот посмотри, то же самое, убираю чуть-чуть контраст. Школьная. Видишь? То же самое, убираю еще чуть-чуть контраст. Excelsior. Вот она, журнальная. А убираю еще контраст, Clarendon. То есть насыщенность остается большой, а контраст постепенно уменьшается. То есть вот он Clarendon, вот он Excelsior, вот она школьная. Школьная, Excelsior, журнальная, тот же Excelsior. Причем обратите внимание, Excelsior у нас кириллизован как Excelsior, и у него вот такие буквы К. Видите? А журнальная у нее другие буквы К, она школьная. То есть вот в эти буквы, которые не устоявшиеся формы, в кириллице на них обращать внимание не надо. Это может очень сильно ошибиться. Но общий принцип, это же посмотрите, один и тот же шрифт, просто видите разных типов. Школьная, журнальная, Excelsior. И вот он Clarendon. Причем есть Clarendon тоже с такими буквами К и с другими буквами К. Видите? Вот. Это вот Clarendon Bold. То есть, в принципе, Clarendon Bold в оригинале это есть Clarendon Bold. А Clarendon Light это ближе к школьной. Вот эта вот группа Clarendon, школьные и так далее, это вот все ионические шрифты, legibility шрифты, понимаете, да? То есть, в принципе, это брусковый вариант с разной степенью контраста одного и того же типа школьный. А вот фараон, это как раз египетский тип, видите? То есть, несмотря вот на такие странности, это очень акцидентный шрифт, мы видим, что здесь контраст намного меньше, чем в школьной в Clarendon. Но, в принципе, это тоже статический, брусковый, равноширинный, закрытый шрифт. Видите? Вот. А вот буквы. Это старостильный брусковый. Видите разницу? Вот посмотрите на этот шрифт и на этот шрифт. Это школьное неконтрастное, а это неконтрастный кэзл. Обратите внимание. Видите, выдвинутые вперед засечки большие, мощные. Прям такие челюсти. Буква S, динамика ширин пляшет. Это брусковый шрифт, но это брусковый шрифт старостильный. Вот он Букман Light. Это Букман как бы легкий. Тут он чуть-чуть более контрастный. Видите? Очень узнаваемый. Вот. А вот Эльзевир. То есть тоже старостильный тип шрифта. Никоим образом не дуктальный, никоим образом не ренессансный, никоим образом не гуманистический. Old style. То есть опять мы видим, вот, а у Эльзевиров у них еще очень такое качество. Вот буква N. То есть он очень манерный, старостильный тип шрифта. Это Гланд Антиквар. А вот новая гуманистическая антиква. Это Свифт. То видите, динамика ширин по сравнению с ренессансной намного меньше. Намного меньше. Но при этом открытая апертура, несмотря на вот эти штрихи и засечки. Наклон, посмотрите, наклон контраста более-менее одинаков. Видите, наплыве наклон контраста S. Наклон контраста. То есть, в принципе, наклон контраста меньше. Единственное, что отличает эти шрифты от ренессансных, это отсутствие динамики ширин и отдельные штрихи засечки. Вот еще одна новая гуманистическая антиква, PT-Serif. Видите? Равноширинный, несмотря на засечки, открытый шрифт, очень гуманистический в своих решениях. Грета тоже вот такая новая гуманистическая антиква. Видите, да? Старый статический гротеск, Франклин Готик, закрытый,
равноширины, но при этом закрыты не до конца. То есть, видите, чуть-чуть у меня вот такие вещи. А вот это, ну, а это старый статический гротеск, тоже юзготик. Видите? То есть тоже равноширины, приоткрытый, очень статический. Франклин готик, Ньюс готик, готик 725, тоже старый статический гротеск. Видите? Приоткрытый, равноширинный. Это еще эллипс, это еще не супер эллипс. А вот сравните вот этот шрифт и вот этот. Видите? Ага. Вот этот, посмотрите этот. Видите, форма овалов, вот это старый, новый. Старый, новый, старый, новый. Видите, в новом форме овалов стремится заполнить матрицу. Она такая, более такая круглая. Апертура уже полностью закрытая. Формы улучшены, выхолощены. В принципе, вот это разница между старыми и новыми. Как я и говорю, я встречал старые гротески, которые достойны называться новыми. Я встречал новые послевоенные гротески, которые реально старые по своей пластике. Поэтому вот это разделение на старый и новый статический для меня, она не очень понятна. Но она существует, вам я ее рассказал. Старый, новый. Видите? А это авангард готик. Это геометрический закрытый гротеск. И этот шрифт очень закрытый. Но этот шрифт, посмотрите, насколько он динамичен в ширинах. Видите? А это полузакрытый геометрический гротеск, Red Ring, этого самого Гордона, Юрия Гордона. То есть у него та же динамика ширин, что в предыдущем, но при этом у него, видите, полузакрытые вещи. Вот. Еще полузакрытый геометрический гротеск, журнальный рубленый. Еще более динамический, видите, чем это самое. То есть динамика ширин в геометрических гротесках будет присутствовать всегда. Открытый геометрический гротеск, геометрия. Вот тут, когда мы имеем дело с открытыми геометрическими гротесками, мы уже начинаем соскальзывать в сторону динамических гуманистических шрифтов. Потому что здесь чуть больше гуманизма, чем в предыдущих шрифтах. А вот геометрический брусковый. Видите, тоже очень динамичный. То есть, в принципе, это та же, как бы, геометрический шрифт, просто с брусочком. Дин. Геометрический равноширин. И, в принципе, от Дина тоже можно провести к евростилю. Видите? В принципе, пластика-то тоже геометрическая, равноширинная, очень закрытая. А вот гуманистический гротеск, фрисет. В оригинале это Фрутигер Сериф. Это гротеск, который был сделан, навигационный гротеск для аэропорта Шарль-де-Голь во Франции. Причем очень забавно. Когда я приезжаю во Францию, меня в аэропорту встречает гуманистический Фрутигер Сериф. Когда я приезжаю в Германию, меня в аэропорту встречает Футура. Когда я приезжаю в Россию, что меня встречает в аэропорту? Ареал. Это очень, кстати, забавно. Я когда первый раз приехал в Берлин, я первый день ходил по улице и не понимал, чего меня так прет. Потом понял, там не ареал, там везде Футура. Еще один гуманистический гротеск – Гильсанс. Видите? Это старый гуманистический гротеск, очень разноширинный. В принципе, вот этот гротеск тоже очень разноширинный. Видите? Динамика ширины какая? ЕО, сравните. Но она здесь уменьшена, чем геометрический. Потому что геометрический хо всегда будет кружочек. Гильсанс. Гуманистический гротеск The Sans Лукаса Грота. Тоже есть динамика ширины. Посмотрите. Е. О. Но здесь она сглажена. Видите? О это уже не кружочек. О она в принципе немножечко хуже. Но динамика ширины прослеживается. Очень открытый шрифт. Еще один гуманистический гротеск. Мироид. Очень узнаваем по вот этой вот отвратительной буквика. Но все равно, обратите внимание, динамика ширин присутствует, но она сглажена. В любом случае, даже в новых гуманистических гротесках, которые более равноширинны, чем их старые версии, динамика ширин больше, чем в гильотике.
Однозначно. Я вам советую, возьмите букву П и О гельветики, и новых гуманистических гротесков разница будет явной. Новый гуманистический гротеск уже Эрика Шпикермана. Вот здесь мы им говорим уже о полной равноширенности. Видите? Он уже совсем равноширенный. Это гуманистический гротеск. Очень открытая апертура, гуманистические наплывы. Даже вот такие вот срезы. Видите? Все вот эти гуманизмы. И так далее. Гуманистический гротеск Дакс. Дакслайн. То есть тоже, в принципе, равноширенный скорее, чем разноширенный. Но при этом очень открытый. С вот такими гуманизмами. Я отдельно рассказывал про вот эти буквы D и буква L. А тут тоже K такой. Что, да, тоже такое странное K, но Ефимов очень ругал вот эти буквы. То есть он считал, что в трапеции наклонять вот эту самую еще эту линию, это нонсенс. Лично мне это нравится. Мне нравятся эти буквы, не знаю. Но, в принципе, в традиции эти буквы очень интересны. Но мы видим, что это гуманистический гротеск, да? Что здесь не геометрия, не статика, а именно гуманизм. Вот. Вот гуманистический гротеск Официна Санс, тоже Эрика Шпикермана, тоже очень равноширенный, видите? Очень гуманистический. А вот это его брусковая версия Официна Сериф, причем здесь мы имеем дело с семисериф, то есть полубрусковый. То есть у него засечки, видите, они еще расположены вот так. То есть есть входящие, есть выходящие, а нету вот этих. То есть он подчеркнул еще вот этот гуманизм дукта засечками. Вход засечка, выход засечка, понимаете? Вот. Вот, да, в принципе, я думаю, вы уже даже меня поняли, хотя это сами не поняли. Я думаю, что если посидите, вы все это дело разберете. Если ваши шрифты разнесены в макете по кеглю, один шрифт 9 пунктов. А второй 72, не заморачивайтесь, берите, что вы хотите, чисто свои художественные, как бы это самое. Никто не будет между ними сравнивать. Но если шрифты работают в одном кегле, тогда есть такой некий принцип формального сочетания в соответствии с формой. Что значит? Динамический к динамическим, гуманистический к гуманистическим, глиптальный к глиптальным, статистический к статистическим. Бодоним, Франклин Готик, Гарамон, динамические геометрии, какой-нибудь либо геометрические, либо гуманистические. Новые гуманистические шрифты, они равно ширины, новая голландская антиква, к ним новые гуманистические шрифты абсолютно как бы тоже равно ширины. То есть степень динамики ширин должна быть более-менее одинаковой, степень открытости апертуры. Естественно, когда они совсем в одном кегле, то старайтесь, чтобы величина строчной была более-менее одинаковой, чтобы они как бы подходили. Что в принципе это была одна и та же пластика букв. В соответствии с динамикой ширины открытости апертуры. Понимаете? Либо второй тип смешивания шрифта – это викторианский. Но он соответствует первому. Потому что если мы возьмем все статические закрытые шрифты, сваренных в одну кучу и замешаем крутой замес, у нас получится викторианский прокат. Потому что тогда существовали только статические шрифты. Вот. Когда вы смешиваете шрифты для макета, имейте в виду, что это роли, характеры. Естественно, нельзя на сцену одновременно выпускать двух людей одинаково сильного характера, они переведутся. Поэтому у вас всегда должен быть главный, должны быть соответствующие. Если хотите, устроить интригу, возьмите главный и какой-нибудь, кто с ним поспорит. Главного подберите свою команду, к спорящему тоже можете подобрать свою команду, понимаете? То есть это разделение ролей на сцене, как у актеров. Главная роль, ведущая, основной. Противоположная роль, роль негодяя, два акцидентных шрифта, помогающие, текстовые. Я, например, верстал журнал, который делал макет журнал, который назывался «Гуща». Это был журнал городской, про городскую жизнь, но при этом предполагалось, что он будет раздаваться в всяких гуляльных, харчевных и так далее. И там я как раз сделал викторианскую типографику. Я там взял брусковую узкую, школьную узкую, И шотландку. И все эти три шрифта легли как бы, вот как будто это одна и та же гарнитура. И по пропорциям, и по закрытости, и по динамике ширин. Работали идеально. Понимаете? А если я, например, возьму какую-нибудь футуру, то к футуре, естественно, либо классицистическую антику по формальной пластике, либо по динамике ширин можно взять какой-нибудь гарамон. Но тоже как бы в прописных, в строчных, футура более спокойная.
Но опять-таки, формальное сочетание шрифтов вас озадачивает, когда вы подбираете равные гарнитуры. А если вы хотите разнести их побольше, то тут можно быть сам. Кстати, насчет сверхжирных, появились еще сверхжирные гуманистические. Есть такой шрифт Тиффани. То есть это Кэзен на стероидах. Это раздел, понимаете? Вот такой Тиффани. Вот тоже. Но всегда смотрите, первая динамика ширин. Динамика ширин, показатель шрифта наиболее такой сильный. Открытость апертуры, если есть контраст, поведение контраста, открытость как бы форма конечных элементов. Вот по этим всем отвечаем. Ладно, перекурчик, а потом я вам еще что-то покажу новое.